Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Польшу с визитом 3 мая. Об этом 16 апреля сообщил глава Бюро международной политики польского президента Кшиштоф Черский в эфире телевидения страны. При том, как ожидается, в ходе своего визита, приуроченного ко дню польской конституции, президент Украины встретится со своими коллегами из Польши и прибалтийских стран. Последний раз украинский президент посещал своего польского коллегу в августе 2019 года.